Привет всем, с вами Наталья, и мой блог «Худеем вместе» организован агрохолдингом Goodwill. В своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки Goodwill. Сегодня я буду делиться рецептом запеканки из брокколи с сыром. Приступим к ее приготовлению. Для запеканки нам понадобится брокколи 500 грамм, 5 яиц, 300 грамм натурального йогурта, 100 грамм сыра моцарелла, адыгейский, в принципе, по вкусу, какой вам нравится. У меня моцарелла. И 2 столовые ложки хлопьев геркулес с овсяными отрубями. Для начала нам нужно будет отварить брокколи в подсоленой воде. Пока у нас отваривается брокколи, мы сделаем заливку. Для этого мы смешиваем йогурт. Добавляем 5 яиц и натираем сыр. Немножко посолим и все тщательно перемешаем. Заливка готова. И можно уже доставать брокколи из кипящей воды. Брокколи отварены. И нам осталось взять форму и уложить все это в форму. Пока мы будем укладывать, можно уже поставить духовку разогреваться на 200 градусов. Смазываем немножечко оливковым маслом. И теперь нам понадобится 2 столовые ложки геркулеса с овсяными отрубями. Теперь нам нужно равномерно распределить их по форме. И выкладываем брокколи. Заливаем заливочкой. И ставим в духовку на 25 минут. Прошло 25 минут, и мы вынимаем нашу запеканку из духовки. Вот такая запеканка получилась. Ее легко будет вынуть из формы. Что мы сделаем? И можем отрезать себе кусочек, посмотреть, как она в разрезе. Так она выглядит. Прекрасный перекус. Запеканка из брокколи с сыром готова. Кому понравился данный рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Goodwill.